Здравствуйте, с вами Ростов Бикини Проджект и я Игорь Байков. Сегодняшнюю тренировку мы проведем в режиме full body, то есть посвятим ее прокачке всех мышечных групп. Плечевого пояса, груди, ног и спины. Ведь уже совсем скоро Новый год, и нет ничего лучше, чем подарить себе на этот праздник заряд бодрости, красоты и здоровья. Начнем? Начнем. Начнем. Вес, наверное, большой для вас. Лиза, сразу же пристраивайте куда-то шейкеры, не кискайте их в руках. А? Великолепное это решение на пол. Скидывай крайне. Учитесь сами за собой ухаживать, больше этого делать не буду, чтобы прививать вам полезные привычки. Лиза, ты будешь первая, Даша, ты будешь продолжать. Сегодня работаем в тандеме, будем продолжать обучение и познаем все прелести командной и парной работы. Одновременно вы будете друг от друга и демонстрационными пособиями. Вы будете смотреть, как работают друг на друге мышцы целевые, которые перемещают отягощение. Вы будете помогать друг другу, если не будете справляться с весом. А сегодня я буду меньше, все меньше и меньше принимать в этом участие, чтобы вы учились работать автономными тандемами. И старший брат будет только следить за вами. Лиза, внедряйся в станок. Выжимай платформу, мощно выдергивай. Их всего двое, а должно быть четверо, два тандема. Парочка не пришла, но я им устрою. Сложно в паре работать, привыкла одна больше работать. Раз. Раз. Два. И три. Три. Я думаю, правильно разбили, просто сегодня я не в своей паре участвую. Есть. Со мной занимается Люда. Давай. 13. 13. 14. Давай еще два раза. Еще помогите мне. Давай два раза. Видишь, выбирайся, так и делай. Раз. Два. Едва-едва. Нет, помощь ощущается. Это ведь не твоя пара. Что-что? Это же не твоя пара. У тебя кто в напарнике? Лена Вологина. У тебя комфортно с ней работать? Да, конечно. Но мы с ней были всего одну тренировку. Но я думаю, дальше мы с ней споемся. Для каждого свой. И будете оперировать не повторениями, а нужным весом. Упирайтесь примерно в 16-18 повторов. Ножки-то любят или не любят, смотря как посмотреть. И с учетом всех наработок, которые я показал внизу, реализуйте здесь весь свой потенциал парной работы, тандемной. Угу. Лиза, по традиции ты начинаешь. Вручаю. Вот уже понемногу что-то начинает получаться. Конечно, невероятно далеко от совершенства, но уже и не тот хаос, который был в самом начале. Справишься на 14 повторений? Да. А, я забыл. Тут же есть Даша. Конечно, справишься.
Смотри. Пиковая задержка. И когда уже не сможешь, мертвая точка будет примерно здесь. Будем вместе проносить через нее. Вот эти девочки жестко оттандемьте друг друга. Поиграй с положением ступни на платформе. Попробуй поставить ее выше. Да, развернула нас очень хорошо. Выдох на усилие. Смелее. Фу. Вот так. Фу. Всем, да, больше 30 не надо. Медленнее, да. Хорошо. Даша, и не чисти. Угу. Все хорошо. Ягодичные работают. Я вижу, что работает, но постарайся их не облегчить им работу, а наоборот затруднить, разорвать их сильнее тем же весом, в тех же повторениях. Достаточно всего лишь делать их медленнее. Вот и подошел к концу очередной выпуск «Ростов Бикини Проджект». Работа в тандемах у этой четверки, точнее, работа в тандеме у этого тандема, скорее получилась, чем нет. Я думаю, что пройдет еще одна-две, максимум три тренировки, и из них получится сплоченная, эффективная, дружная команда. Вы смотрели «Ростов Бикини Проджект». С вами, как впрочем и всегда, был Игорь Байков. До встречи.